Дуда плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру. И хотел бы я, знаешь, что сделать в этой миссии? Выполнить собачке... Что там собака хотела? Ошейник или что там? Вот, ошейник. Ошейник. Давай выполним это задание. Ошейник для нашего песика. Мы находимся сейчас в городе, где много зомбаков. И мы здесь будем искать сейчас ошейник. Но мне мешают эти зомбаки. Сейчас пускай они подойдут сюда поближе. Ох ты, мимо. Ох ты, гад, а? Ты что творишь, а, гаденыш? Сейчас мы быстренько найдем ошейник. Я думаю, может быть, где-то здесь. Нет, здесь, скорее всего, ничего не будет. Нет. Зомби наступает, уничтожьте зомби. Жизни у меня 100. Зомбаков у нас тут 1000. О, милый мой друг бежит. Гаденыш. Из-за тебя, гаденышей, мне пришлось взорвать. Да ты что такой псих, а? Алло. Так, чё, почему я медленно стал ходить? Офигеть просто. Фейерверк взорвал просто так. Просто так взорвал фейерверк. Ладно, идем сюда. Я сейчас здесь фейерверк сделаем. Здесь. Раз, два, три. Готово. Ништяки. Видишь, если бы не этот гад бешеный, у меня бы здоровье нормально было по 100%. Все, ждем вот этих всех мутантов. Пускай вот эти мутанты все подойдут сюда. И мы их сейчас подзорвем. Мутанты. Сколько здесь их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. 10 мутантов, да? Все, ждем, пускай они подходят сюда. И сейчас сделаем им фейерверк. Есть, готово. Бутылка воды. Еще от радиации. И 30 патронов тоже неплохо весьма. 59 у меня сейчас здоровье. О, вот здесь сейчас поищем. Так, зомбаков нету? Нормально все? А, ну нету здесь ошейника. Ошейника здесь нет. Ага. Зомби атакуют, защищайтесь. Теперь на этой локации зомбаки у нас подходят. А тут на этой локации зомбаков очень много. А ну, подожди-ка, я сейчас быстренько сбегаю. Да. Тут нету этого. Блин, а где-то должен быть стоять... Этот самый, как его? Сейф. Ну, я не знаю, как бы на 100%, но я думаю, что где-то сейф здесь должен быть. Сейчас пойдем глянем. Поищем сейф. Пока мутанты будут идти за мной, поищем сейф. Угу. Ну, здесь, по идее, сейфа не должно быть, не должно было быть. А, вот сейф, смотри. Пока мутанты идут сюда, я сейчас посмотрю быстренько, есть ли у нас... Да, еще одна есть бочка. Хорошо. Сейчас быстренько откроем сейф. Все, открываем и получаем 650 серебряных монет и 5 гранат. Отлично. Еще и 116 патронов. Офигеть. Так, зомбаки. У вас 20 зомбаков. Это достаточно много, поэтому мы будем взрывать вас вот этой бочкой. Подходим сюда. Да, зомбаков много.
А теперь... А, блин. Что там такое было? А теперь сюда подходим. Все. 30 патронов. 10 патронов для ружья. И 30 патронов 7,62. Очень. Из 20. Из 20 мутантов так мало выпало. Что-то вообще... Что-то вообще... Что-то вообще мало. Так, убираем эту грязь. Мусор. Тут стопудово сейчас зомбаки выйдут. Ага, двое зомбаков. На, получай. На. Вылупился, смотришь, стоишь. Есть. Ух ты. Зомбак, ты что такое, а? У меня специальные патроны, а ты идешь так медленно. Вот ты так не умираешь быстро, то есть медленно. Ай-яй-яй-яй-яй. А я такой думаю, почему? Должна же какая-то подля... Какая-то же фигня быть. Дальше что? И что дальше? Выходим отсюда. А нет, заходим. А, где-то здесь нужно найти ошейник, что ли? Это, видимо, какой-то магазин для животных. А, ну я знаю, где, вот здесь. А нет, не открывается. Интересно. А-а-а, вот ошейничек, нормально. Миссия завершена, ошейник. И тут рядышком у меня еще важная посылка. Как раз два задания выполним за раз. Опять же в этом же месте. Смотри, как интересно, да? Опять куча зомбаков. 22 зомбака. Нам говорят, что здесь 22 зомбака. Сейчас они все... О, да. Миссия будет интересна. Эта миссия будет интересна. Там зомбачья много. Очень много зомбачья. Так, ждем, пока они сейчас сюда подойдут кучкой. О! Почти что все готовы были. Этот гад. Гаденыш был. Еще зомбаки. 34 зомбака. Да ну нафиг. 34 зомбака. Что-то очень... Что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Прям... миссия очень сложная. Миссия очень сложная. Зомбаков очень много. С ума сойти. Смотри, сколько зомбаков. Офигеть. Я офигею. Очень много зомбаков. Я не знаю, хватит ли вам бочки на всех. Ребята, я не знаю, хватит ли на вас бочки. Да, на всех бочки не хватило. Ваш рюкзак заполнен. Смотри. Я даже полностью не могу... Подожди, знаешь, что сделаем сейчас? Мне как раз надо будет подлечиться. Да, все заполнено. Так, сделаем. Ага, выпьем водичку. Съедим покушать. Здесь немножечко места освободим. Вот так, хорошо. Тихо. А ну, блин-то, я не могу кусок этот кожи взять. Гады. Берем кусок кожи. О, опять, смотри, зомбаков много. Сколько, 20 на этот раз? То 30, то 20. Зомбаков очень много. Но здесь еще одна бочка есть. Хорошо, что есть еще одна бочка. Просто волшебно. Сейчас собираем всех в кучу. Все-все-все идем в кучку сюда. Так, сзади никого нет, нормально все. Все, и теперь аккуратненько идем за мной. Всей толпой. Сейчас мы их сюда заманим. Вот.
Делаем немножко сюда. Все, и пускай они сюда идут. Есть, готовы. Патроны всего лишь получил я, это очень мало. О, вот она, возьмите взрывчатку. Есть. Миссия завершена, важная посылка. И все? Я думал, будет сложнее. Ух ты. Ух ты, ух ты. Готов. Мне ничего не дал. Так, вот они, что получается. Автомобиль ехал и попал под зомбаков. Тут ничего интересного нет. Сейф. Был у меня сейф? Я не помню. Открывал, ожидая сейф? Да. Сейчас еще раз бегаю, посмотрю. Ну, вроде бы открывал. Уже я запутался. Был здесь сейф или нет? А, смотри, а здесь сейфа нет. По идее, на каждой локации должен быть сейф. А я забыл, находил я здесь сейф или нет. На каждой локации есть сейф. Ага. Да должен был я его находить. А вот еще одна бочка была у нас. Понятно. Нет. Не знаю почему, но на этой локации сегодня сейфа нет. Ну хорошо. Возвращаемся домой. Хорошо. И идем к собаке нашей. Привет, собачка. Все сделал. Вот тебе ошейник. Спасибо. Гав-гав. И все. У меня есть пёска. У меня есть к ней корм. Собачья будка, кормушка, пёска. И у нее есть такая красивая, этот самый, ошейник. Готово. Здорово, чувак. Ты чё здесь стоишь? И к торговцу мы сейчас продадим свое барахлишко. Ой, вот такую я хочу себе, снайперский винторез. Вот это я себе обязательно куплю. Прям обязательно. Рюкзак. Сейчас это барахло я продам. Все готово. И здесь тоже вот эта защита от бактерий, газировка. Тоже все продаю. А это что такое? Витамины. Длительность, скорость перезарядки увеличивает. Тоже продаем. Мы копим себе на автомат, на снайперку, тоже все продадим. МРЕ, ага, лечение в секунду. Это прям крутая штука, я продавать не буду. Оставлю себе. Тони, сейчас пойдем к Тони поговорим. Ага, выполнил. Спасибо, взрывчатка лишней не бывает. Мне нужно переговорить с тобой с глазу на глаз. Загляни, когда я прикроюсь. Новый путь. Хорошо, я приду. А, ну вот, смотри, я иду. Эй, приятель, наконец-то мы можем поболтать наедине. Что такое, Тони? Да все это проклятая стена. Этот тупоголовый мэр хочет построить большую-пребольшую стену. Он думает, что так город будет в безопасности. Нет, он думает, что он даст ему еще больше власти, но я могу извлечь из этой ситуации еще кое-какую выгоду. Это карта городских коллекторов. Я бы мог использовать ее для контрабанды, если это безопасно. Вряд ли это будет безопасно. Вот почему я найму профессионала, чтобы было безопасно. А что я с этого поимею? Ни с чем не сравнимое чувство гордости за то, что помогаешь жителям получить все, что нужно. И кучу денег. О, кучу денег мне нужно. Если упрешься в тупик, у меня есть кое-что, что может тебе помочь. Динамит. Ага. Все. А что он на последнее сказал? Если чего-то ты там куда-то упрешься, что-то. Ага. Я тебе там что-то помогу.
И подойдем сейчас к кассу, он может бабульке мне даст денежек. День ракет, я же выполнил, давай деньги. И еще берем день ракет, на всякий случай. У тебя есть еще что-то? Нет, ничего нету. Ладно. День ракет мы получили. И будем заканчивать сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!